Набор идет в таком приятном матовом картоне с золотым тиснением. Картон ребристый. В руках держать, конечно же, эту вещь приятно, нет сомнения. Сейчас мы откроем и посмотрим, что внутри. А внутри у нас 4 аромата. Это Devil's Intrigue, Indian Venus, Salt Dancer и Red Iceberg. Все ароматы в таких вот тубах из плотного пластика на 15 мл с пульверизатором. Пластик очень качественный, приятный, но могут быть на нем залапки. Salt Dancer – это единственный аромат, с которым я была знакома до покупки. На мой взгляд, это такая клюквенная настойка, сладенькая, со специями, очень терпкая. Бренд позиционирует этот аромат как мужской, либо явный унисекс, но это очень сладкий аромат, и девушке будет в нем, на мой взгляд, весьма комфортно. Я его тестила в Золотом Яблоке, потом купила отдельно такую же миниатюру. Ну и когда выбирала набор, не отказалась иметь дубль. 30 мл данного аромата хватит за глаза. Второй аромат, который мне понравился, это Red Iceberg. Я бы не сказала, что это прям такое нишевое звучание. Это больше около люкса, что-то в духе Dior. Это цветочный аромат, очень популярный, очень понятный. Может быть, в духе Dior Edict, что-то есть от Jador. То есть, на мой взгляд, если вы купите даже его вслепую, это вас не разочарует. Он собран ладно, звучит славно, громко и стойко. Я рекомендую. Я не особо разбираюсь в цветах, поэтому сильно его описывать не буду. Но мне зашел. Зашел, не разочарованный. Аромат хит, один из бестселлеров марки, Indian Venus. И мне непонятна его популярность. Меня он разочаровал. В своей базе он похож... Нет, не в базе, неправильно. На старте он похож на Kilian Adults. Это сандалово-сливочная история. Только здесь больше каких-то специпряностей. Но в отличие от Adults, он собран более грубо. В нем есть мускус. Мускус дешевый. Я очень хорошо отношусь к мускусу, но мне мускус сидит красиво. Но не в этом аромате. Я бы даже предположила, что он такой, как... синтетический, некрасиво. Я рекомендую вот обязательно потестить данный аромат, чтобы не было такого же легкого разочарования, как у меня. Это набор из свежих выпусков. Может быть, и раньше было лучше, я не знаю, утверждать не буду. Также на одном из форумов или групп я оставляла отзыв на данный набор, и девочки говорили, что типа travel отличается от товарки, от товарной версии. Не знаю, касаемо Salt Dancer, похож один в один. Про эти ароматы я не смею ничего утверждать. Но и вишенка на торте — это Devil's Intrigue, дьявольская интрига, самый популярный аромат, прям бестселлер. И та же песня, что и с предыдущим ароматом, мускус. Здесь он такой же неприятный, немного с такой прогорлый, кислопрогорлый. На старте я чувствую арбуз, сливочность, цветы. Многие утверждают, что арбуза здесь нет, но я его чувствую. Знаете, такое как флешбэк. В 90-х нулевых были популярны различные арбузные водички. Так здесь вот, в отличие от тех водиц, нету легкости, акварельности. Это плотный такой аромат, весьма тяжелый, он может душить. Я его носила 2 раза, наносила 1 пшик. Меня сам аромат не задушил. Меня напрягал вот этот вот именно компонент мускуса. На мой взгляд, это не аромат за ту сумму, 25, по-моему, 1028 за полноразмерный флакон. Но если бы я купила бы флакон вслепую, это было бы просто, бы, наверное, печаль вселенского масштаба. А так вот, стерпится, слюбится. Сносить я его, конечно, сношу, мне уже предлагали даже его продать.
Продавать я его не буду. Пусть постоит с недельку, может быть, что-то и получится.